Спасибо огромное. Это для мелких ребят. Ага. Что-то ничего не нашло. Смотрите, давайте. О, спасибо огромное. Ага. Давайте, да, ну прям загружайте. Спасибо огромное, спасибо. Здравствуйте. Нам привезли подарочки. Спасибо огромное. Спасибо. Ставь. Спасибо, молодец. Спасибо. Ага. Спасибо. Спасибо большое. Ага. Есть, она там, есть, куриные, попы, еще спасибо большое, спасибо. Разберем, все разберем. Спасибо. Здрасте. Да, вы к нам? Привет. Не бойся. Куда он, багажник? Спасибо большое. Это вы Настя, да? Да. Спасибо. Отходи с дороги. Вопрос еще. Я где-то читала, может, это не у вас видите. Типа старые там полотенца постели. Все нужно, да, нужно, нужно. Конечно, мы с щенкам стелим. Щенкам. Нужно, да. Да. Привет. Да, что смогли, тем помогли. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Помочь. Сегодня все снег. Спасибо, крышку. Спасибо большое. Огромный мешочек. Спасибо. Все, удачи. Давайте скоро. Давайте. Ой, спасибо огромное. Закидывайте. Да, да, да. Ага. Спасибо большое. Чего стесняешься, а? Спасибо большое. Пришел помогать собачкам, да? Молодец. Спасибо огромное. Доски очень хорошие, толщина где-то 40-ка, а где-то даже 50-ка, но не меньше 30-ки. Досок много будет, и я думаю, в строительном материале закрыто будет на какое-то время проблема строения будок, настилов. Вот на будке настилы, это будет все прямо идеально. Thank you.
Ребята, послушайте, как тихо. Животные сыты. Мы их накормили. Благодаря вам, друзья. Животные сегодня ведут себя тихо и спокойно. И я благодарю вас всем сердцем, всей душой за вашу помощь и за ваш отклик. Спасибо, мои хорошие. Доброго-доброго здоровья всем неравнодушным, кто отозвался и помог.